Привет всем, я давно не снимал, в общем, решил выйти погулять и снять для вас видео. И поговорю о том, что я думаю после там 4 примерно лет жизни в России. Вот, и покажу, как это все выглядит вокруг. Вот, значит, советский, любимый мой советский дворик, который на окраине Москвы. Такие я так люблю. Но одну вещь, которую я, так скажем, понял о разнице между Америкой и Россией, и в том, что России в Америке было больше свободы слова. Это факт. То есть я вот, мой канал стал популярен, потому что я говорил там правду о том, что я вижу. Вокруг меня тогда была Америка, и я самое говорил об Америке, так как я сейчас живу в России, то мне хочется говорить о России. Вы не думаете, что все, что я хотел бы сказать, это плохо? Нет, наоборот, то есть много хорошего, есть что-то плохое. Но проблема в чем? Что про плохое говорить мне стрёмно. И вот это была разница в том смысле, что в США я не помню, чтобы я реально боялся что-то сказать, ну, кроме там каких-то вещей абсолютно очевидных, да, в общем целом, то есть, если бы я хотел поговорить о каких-то плохих аспектах США, сказать там вам, к примеру, там, поговорим о 10 вещах, которые я не люблю в Америке, да, то в России мы живем в таких временах, что любят, так скажем, ограничивать. И, понимаете, дело даже не в том, что то, что я хочу сказать, каким-то образом что-то нарушит, а дело в том, что я просто не хочу рисковать. Вот. И поэтому полностью обсудить то, что происходит, хотя не все плохо. То есть, опять же, что-то плохо, что-то хорошо. В общем, в целом, то, что касается повседневной жизни, то, в общем, даже и неплохо. Но вот эти ограничения, которых, так скажем, все знают, они ограничивают. И, в принципе, естественно, страна этим сама себе вредит, в общем, в целом, во многом. Вот. Но поменять мы ничего не можем, поэтому вот такие дела. Я продолжаю смотреть американские видосы и контент регулярно, например. Сейчас приехал этот Такер Карлсон, и вообще, то есть я, переехав в Россию, не собираюсь полностью отсекать себя от всего американского. Я не собираюсь делать ошибку колбасных иммигрантов, которые уезжают в Америку и полностью отсекают связь со своей родиной. Поэтому, естественно, я не собираюсь полностью изолироваться, как улитка в своей этой самой... В чем улитка живет, я забыл, как это называется, в маленьком домике. Вот. Мне в Америке потрясающе не хватало этого пейзажа. Вот я сейчас сидел дома, работал, мне было немного депрессивно. Я вышел погулять. Мне ничего не надо. Вот я один иду, и просто как здорово. Во-первых, я люблю зиму. Вот, я обожаю. Вот, поэтому меня этим хлебом не корми, снегом не корми, дай мне снег. Вот. Во-вторых, я люблю все вот эти пейзажики, которые вы видите. Вот, поэтому все это супер. Но опять же, то есть, понимаете, обсудить вот какие-то аспекты того, что происходит, я боюсь. Потому что у нас такое сейчас, такая шизанутая планета, на которой мы живем, что непонятно, за что могут прицепиться и начать кирдыкать, так скажем. Вот. В США дам им фору, скажу что-то хорошее про них. Хотя я там давно не был, поэтому уже забылось. Есть негатив, но действительно, действительно там было больше свободы слова. Вот. А так в остальном
мне кажется, что все в общем целом ничего, если не читать новостей. Потому что как только начинаешь читать новости, то офигеваешь от дичи, которая происходит в мире. Вот. А так выхожу на улицу, все нормально, все неплохо. Зима вокруг. Вот. Снежок. Может быть, надо собаку завести. О чем еще можно поговорить? Да, действительно, так скажем, у меня за 4 года жизни здесь, я бы сказал, по каким-то вещам есть какие-то недовольства. Я бы сказал, что я стал больше замечать каких-то минусов жизни здесь вот за это время. Особенно... Так, куда пойти? Пойдем сюда. Особенно то, что связано с зарплатами, пенсиями и какими-то достижениями. Потому что, мне кажется, вот я пытался какие-то интервью пробить у кого-то. Никто нифига не хочет ничего делать. Очень все снобисты. Особенно вот так называемая элита какая-то российская, которая там вот какие-то, я не знаю, вот у кого я там хотел взять интервью с ними. Очень тяжело. Не то, что элита, а, я не знаю, каким-то экономистом я каким-то писал. Туда-сюда. Никто ничего делать не хочет. Такого высокого самомнения о себе. Вот я, например, разговариваю с абсолютно всеми. Можете это проверить. Вы можете мне написать в Телеграм, и я отвечу практически всегда. Вот. Потому что я не снобист. Вот. А эти люди... Жуткие снобисты, при том, что даже, я не знаю, иностранцы быстрее идут на контакт, чем наши деятели, которые ничего из себя не представляют абсолютно. Помню, написал какому-то там экономисту, говорю, слушай, ну не то, что я говорю, вот, да, там какое-то интервью сделал, никто ничего не хочет, никто ничего не отвечает, все сидят на этих самых, на мизерных своих зарплатах, думают, что они великие деятели, здесь его этими самыми кандидатскими, на самом деле ничего из себя не представляют. Абсолютно. Вот. Конечно, я за это время стал замечать какие-то вот... Ну, как сказать? То есть мне все равно, понимаете, я же родился в России, и мне здесь нравится. То есть я хочу жить в родной стране. Но я стал, естественно, замечать больше. Потому что вначале у меня была какая-то просто эйфория и ностальгия от всего, да? А сейчас уже я немножко... очнулся от этой эйфории и стал, так скажем, замечать какие-то вещи, то есть там, где пытаться что-то сделать, добиться. И надо сказать, что поиск каких-то стандартных... Ну, опять же, у меня вот вся семья работала в Академии наук. Так с этой Академией наук в России иметь дело невозможно. Даже... Ой, вы скажете, что там... Во-первых, у меня есть высшее образование. Вот. Оно есть. Дело не в этом. Дело в том, что они просто не идут на контакт. Вот, эти люди. Даже не то, что поработать, а даже там познакомиться, взять интервью у кого-то. Никто ничего делать не хочет. Так же, как много каких-то людей без амбиций и драйва, которые сидят вот где-то в своей, там, знаете, вот как где-то они там устроились, и они больше, понимаете, им... Я не знаю, как это передать, но человек, понимаете, должен что-то хотеть в жизни, кроме того, что у него есть. Эти люди, они ни хрена, кроме того, что у них уже есть, им больше не надо. Вот такое сумбурное видео. Подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.